Ну, давайте мы еще раз вспомним самые интересные моменты сегодняшнего матча. Ну, нам сейчас покажут уже острые моменты второго тайма. Ну и пока под мощную музыку нам показывают эти эпизоды, давайте и попрощаемся. Итак, вместе с вами сегодня футбол смотрели Сергей Дерябкин, я, Владимир Стогниенко. И Семен Зигаев. Да, и Семен Зигаев от кромки поля. Спасибо большое всем. До свидания и удачи. Смотрите наш родной любимый чемпионат. Смотрите, в общем. Да, всего вам самого-самого доброго.